начать принудительную ассимиляцию всех комбайнов. Произвести да, и у них с собой шула, Тори. Советники все еще находятся в оккупационных камерах. Они собирают и объединяют разрозненные отряды из комбайнов. Они явно спешат. Великая цель ведет их на север. На север? Там Белая роща. Мы должны их опередить. Неподалеку отсюда есть люди, располагающие средства. Они поймут нашу нужду и помогут. Чего же мы ждем? Объекты. Запустить девятую фазу. Ввести подразделения совета и патруля. Лагерь этих людей находится на краю каньона. Странно, но я не вижу охраны. Thank you.
Хорошо, Фримен. Фримен, как справно ты с ними справился. Идемте. То, что мы ищем, находится в лагере над нашими головами. Лифт отвезет нас прямо к средству передвижения. Почему нас до сих пор не заметила охрана? Думаешь, они добрались к комбайну? Эта теория имеет право на существование. Боже мой. Здесь действительно побывали комбайны. Но и сами попали в западню. Хоть крабы потрудились и над теми, и над другими. Эй, смотрите! Там, на мосту. Это та машина, о которой ты говорил. Напрашивается предположение, что они пытались скрыться, но дальше пропасти не уехали. Что же, раз они сумели завести ее туда, мы должны суметь вернуть ее оттуда. Рекомендуем поручить это задание Фримену. Эй, мне уже гораздо лучше. Улучшение сойдет на нет, если ты окажешься среди токсичных отходов. Лучше мы останемся наверху и прикроем Фримена, который отправится навстречу опасностям каньона. Вот это приспособление оправдает наше присутствие наверху. Полагаю, ему нужен заряд. Ступай, Фримен. Я присмотрю за Алекс Венс. Что ж, Гордон, придется тебе идти одному. Давай я сниму поле. Удачи, Гордон. Будь осторожен. Thank you.
исчерпан. Боезапас исчерпан. Запас исчерпан. Обнаружены легкие ранения. Внимание! Состояние критическое. Положение критическое. Пациент при смерти. Thank you.
Внимание! Опасный уровень радиации. Состояние ухудшилось. Thank you.
незначительный перелом. Каскадер? Хорошо, Фримен. Боже мой. Только взгляни. Вот это удача. Винтовка! Если тебе, конечно, не нужно. Боюсь, более срочные дела требуют нашего вмешательства. Мы ощущаем присутствие советников, готовых вылупиться. Если мы наткнемся на них, непременно уничтожим. Эта дорога ведет в Белую Рощу, но берегитесь, не вам одним известно о ней. Не знаю, как тебя благодарить. Мы поступаем так, как велит наша природа, и не требуем благодарности.
знала, что прямых и коротких дорог не бывает. Видимо, придется искать отъезд. Если она не сломана, мы сможем предупредить ученых в Белой Роще. Они не подозревают, что на них движутся комбайны. Интересно, как давно этот лагерь пустует? В одном из этих зданий должен быть передатчик. Я постою на страже, а ты посмотри, что внутри. Прячься! Охотники! Они снаружи! Он уже у двери! Сейчас они получат по заслугам! Больше они не заслужат!
Связаться с нашими и ехать дальше. Видимо, это был разведотряд. Почему мы подвели ток? Надеюсь, что к передатчику. Ну что? Сейчас. Сигнал слабоват. Ничего, была не была. Белая роща, ответьте. Белая роща, вы меня слышите? Белая роща. Говорит Белая роща, назовите себя. Это говорит Алекс? Алекс Вэнс? Где вы? Вы уже несколько часов как должны быть Нас здесь. Задержали некоторые обстоятельства. И осознаешь всю серьезность положения? От данных, которые у тебя в руках, зависит Я жизнь знаю, на Земле. Но послушайте, к вам движутся комбайны. Что? Вы движетесь к нам? Да, давно Нет, правы. Нет, не что? Мы. Как ты сказал? Комбайны. Ты Будьте готовы дать отпор. Что? Как? Вот беда. Не уверена, расслышал он или нет. Вернемся к машине. Давай я открою ворота. Поехали. Посмотрим. Может, чуть дальше получится вернуться на трассу. Я вспомнила эту гору. Ее видно из белой рощи. Мы движемся в верном направлении. Смотри, это же шлюпка советника. Тогда в цитадели, когда мы увидели их. Они должны быть где-то здесь.
Похоже, мы не первые сюда пришли. Говорил, их надо убивать, пока они не вылупились. Хм. Ага, система жизнеобеспечения. Что скажешь, Гордон? Перекроем ему кислород? Прости, но так надо. Хм. Попробую открыть. Вот так. Теперь все в твоих руках. Боже мой! Гордон, слава богу, ты жив. Ему было больно, ты видел? Страшно представить, что бы оно сделало, если бы... Всем автономным отрядом. Кажется, оно позвало друзей. Нарушение приказа о всестороннем содействии советникам. Солдаты! Уровень угрозы максимальный. Найти и ликвидировать. Thank you.
Поехали! Похоже, надо бросать машину. Эй, сюда! Сюда. Раз вы привели сюда эту вертушку, может, вы поможете от нее избавиться? С удовольствием. Сбейте его! Я нашла запас медикаментов. Ох, очковый!
Как мы рады вам, ребята. Не передать. Ха! Здорово! Ты зашвырял их собственными минами. Эх, я бы сейчас промочил горло. Присоединитесь? Нам надо ехать дальше, но двигатель мертв. У тебя нет чем его починить? Починить? Ха, да у нас тут целая мастерская. Идемте, я вам помогу. Ничего себе! Предвкушаю быстрое возвращение на трассу. А вот это вряд ли. Слышите стрельбу? Автоматически мы поставляли припасы Белой Рощи, но пару дней назад комбайны перекрыли кислород. Что скажешь, Гордон? Может, я починю машину, а ты расчистишь нам дорогу? Их притормозили зомби, бредущие из Сити-17. Но вскоре комбайны окажутся здесь. Это только вопрос времени. Если ты готов нам помочь, мы покажем тебе короткую дорогу. Он всегда готов. Да, Гордон? Здесь есть ход, который выведет тебя на ту сторону. У тебя будет шанс ликвидировать пулемет до того, как он засечет тебя и откроет огонь. С этим пулеметом. Ухудшилось.
нужна медпомощь. Мы в зоне вражения. Сектор 5. Приготовьте оружие. Центр. Мы в зоне вражения. Сектор 5. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Боезапас исчерпан. Thank you.
Чердан, можно ехать. Возвращайся и двинем. Зомби! Скорее, Гордон, запрыгни. Они не только помогли чинить машину, но еще и подарок нам сделали. Только сегодня и только для вас. Это бортовой радар, реагирующий на такие маячки, как этот. Мы ставим их там, где припрятаны оружие, патроны и аптечки. Не пропустите их. Если на радаре что-то есть, остановитесь и посмотрите. Я расскажу тебе подробности по пути, Гордон. Еще раз спасибо, ребята! Гордон, судя по радару, тут есть тайник. Думаю, в этом фургоне. Больше нет. Проверь тайник. Ладно, надеюсь, там не было ничего стоящего. Поехали!